Это как в фильме «Избавление». Нас изнасилуют и сломают нам руки. Ой, нет, только не руки. Мне надо в туалет. Ты уже ходи. У меня слабый мочевой пузырь. Не пропускай. Ну что, мне их наранить? Не надо, а то залог повернут. Не они. Боже мой, я так перепугался. Ужас какой-то. Я так перепугался. Кто живой? Может, позвоним спасателям? Фигает. Я бы на вашем месте этого не делал. Ну-ка, опусти телефон. Ядрить твою. Что вы с ним сделали? Ничего я не делал, он сам отрубился. Да, но это же из-за нас. Да, но из бластера я в него не пулял ведь. У вас есть бластер? Если бы. Так, слушай, мужик, мне нужна твоя помощь, ясно? Только сначала затащим пузатого в фургон. Вы пришелец? Для тебя, конечно. Вам нужны анальные пробы? Ну почему? Вечно одно и то же. Кто я, по-твоему? Собиратель дерьма? Нахрена мне сдались ваши жопы? Что? Прошу прощения. Как тебя зовут? Меня Грэм Уилли. А Пузатого? Это писатель Клайв Горинс. Вот и чудно. А меня Пол. Пол? Да. Дело в том, что мой корабль раздавил собаку, и в честь нее... Да это не важно вообще. Так, давай затащим этого писателя обратно в фургон и двинем отсюда, пожалуйста. Я не могу, это же... Я влип по самой неболой. И без твоей помощи до завтрашнего дня могу не дожить. Ну, не знаю, у нас плотный график. Грэм, брат, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Что скажешь? Хорошо. Хорошо, прекрасно, здорово. Давай, помоги мне, бери его. Писатель-то описался. У него слабый пузырь. Мне бы его проблема.